Накануне Дня Победы по всей республике проходят памятные мероприятия. Каждое учреждение, каждая организация считает своим долгом отдать дань тем, кто воевал. Например, Волжский филиал МАДИ и МВД Почувашии провели автопробег «Эстафета памяти». Церемония завершения автопробега прошла в мемориальном комплексе «Победа». Автоакция «Эстафеты памяти» стартовала 27 апреля. За эти дни студенты и педагоги высшего учебного заведения на 12 машинах проехали по всем районам республики. Посетили памятные мемориалы. В ходе акции молодые люди встретились с 60 ветеранами войны и тружениками тыла. А их воспоминания о самой кровопролитной войне были внесены в книгу памяти. Кроме того, участники автопробега агитировали за безопасность дорожного движения и соблюдение ПДД. В завершении акции участники вместе с гостями возложили цветы к вечному огню. А пожарные открыли мемориальную доску в память о сотрудниках пожарной части номер 1, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. Из этой части на фронт ушли 12 человек, 9 погибли. Открыл доску труженик тыла Михаил Федоров. Сотрудники налоговой инспекции организовали конкурс патриотической песни. Сегодня на этом конкурсе нам предстоит выбрать два лучших номера в номинации «Соло» и «Вокальный ансамбль», которые будут достойно представлять нашу республику в Приволжском федеральном округе, а в дальнейшем очень хочется надеяться и Федеральной налоговой службе на всероссийском конкурсе. Конкурс песни «Нам этот мир завещано беречь» проводился в нескольких номинациях «Соло», «Вокальный ансамбль» и «Приз зрительских симпатий». Лучшими стали налоговики столицы Чувашии и Чебоксар. Еще чуть-чуть.